Саша купил себе клей, а я купила себе, смотрите, Крауфт, хорошая фирма, сковородку для блинчиков, потому что у меня нету. И сейчас в новой линии скидки. Стоило 460, по-моему, сейчас 280. А что ты хочешь сказать? Сегодня блинчики будут? Не, я просто хочу сказать, что надо, чтобы сковородка такая была, потому что раз блины переворачивать, а так не можешь. Так, бери сумку, пошли. Сейчас я... О, какой Хэллоуин красивый. Сейчас я одену перчатки. Я не знаю, что у нас так прямо сейчас. Это модно, Хэллоуин. Чему это учат? Ну, прямо везде. Каждый магазин, каждое это. Вот этот Хэллоуин. Не знаю. Честно говоря, немножечко как-то странновато. Даже трусы, смотрите, выпустили с этим. С рисунками с этими. Ну, это точно. И тут тоже. Даже вон какая-то есть водка. Ой, какой ты красивый. Какой ты красивый. Не понимаю этого. Пошли. Даже, вот, даже смотрите, вот есть дети. А нет, это что это? Это печенье вырезать. Обалдеть. 14 гривен. Так что, а что оно тут такое? Черепа, кухли, пыть вино с этого. Ну, опупеть. Посмотрите, ребят. Это просто страшно. Здрасте. Метлу не будешь брать? Не, метлу не буду брать. Сань, да что ж ты все тещи? А усики не хочешь? Вот такие пиратские я могу тебе купить. Две какие красивые. И главное, что наклейка на глаз есть, Сань. Витя, наклейка на глаз. Так, ладно, пошли. Это у меня все есть. Видите, скидки на моющие, на все, что ты хочешь. И не хочешь тоже. Мухобойки, все на свете. Пойдемте. Вот здесь отдел, целый зал. Пляши, иди. Купи тебе такие эти, Сань, прянички. А чего? Эти яблочки вкусные. Короче, возьму, положу, а потом, если не будет, то съесть. Сейчас не хочу, потом захочу. Куда он одевается, вы скажете? Ну, ух ты, какие хорошие вот мисочки для... Это надо купить, смотри. Что у нас такие сами? Не, у нас немножко тоньше. Хорошие для первого. Я куда его накуплять? Господи, сколько его, что уже... Нема куда девать. Сахар подорожал, и конфеты очень дорогие. Ну, правда, вот видите, скидка 114. Это, наверное... А, нет, я думала, этот болтавский. Стоили 165. Вот такие. Вот это я не знаю точно. Это, наверное, в шоколаде. Вот ромашка 72. Гулливер. На, я возьму. Саш, на, поставь сумку. Что я ей таскаю? Что это за конфеты? Слиплись вот. А, да, в шоколадной глазури, видишь. Я просто смотрю, а так бывает, что такие цены, знаете, то я беру на передачу. Вот любимые конфеты Саши, 203 гривны. Он скажет, по такой цене, кажется, я уже их не люблю. Как он говорит, не тянут они на те деньги. Орешки, морешки. Стрела, боже, какой дефицит был. Тульский пряник. Так, ну что, пойдемте. Вот эти уже 124 джек, обалдеть. 94, 94. Вот эти самые простые, это же самые, тут не шоколад, ничего, 99 гривен. Просто караул. Короче, все прямо даром. Вот для ленивых хозяек. Ну, дорого, ребят, 50... Хотя, нет, смотри, 59 гривен. Это недорого. Если сейчас взять шоколадный, сделать бисквит, вот, 50... 60 гривен. Взял, перемазал шикарный торт, ну, дешевле, чем 300. Ой, а медовик вообще вот 37 гривен. Не, недорого, ребят. Так, хлеб у нас есть. Вот эти булочки, конечно, вкусные, но посмотрите цену. 44 гривны, ребят. Ну, чем она? Вот, для бургера. Вот.
Один к одному. 44 гривна. Без кунжута 44. Ну, дорого, дорого. Хлеб у нас есть, Саш? Не надо хлеб тебе? Ну, пошли. Если есть, то пошли. Тортики вкуснятинские. Вот, смотрите, вот эти эклеры. Вот мы с вами эклеры приготовим. Вот эклеры. Сколько их тут весу? Ну, я думаю, раз, два, три, четыре. Шесть штук, я думаю, шесть штук. Вот, смотрите, стоили 119, сейчас 80 гривен. Там мы с вами приготовим сколько их. Вот мои любимые пироженки. Это самые любимые мои пирожные корзинки. Красный бархат, смотрите. Красиво сделаны, да, пироженки? Вот столбом на сфере. Тирамису. Картошка туда влезет. Сметанник самый ходовой, шарлотта, вишня. Такие можно взять и там. Вот видите, пиковая дама. Ну, красиво. Сань, хочешь, я сфоткаю вот здесь? Ну, сядь. А где хочешь? Кулинария. Кулинария. Так, мне надо купить сыра. Сыр, сыр, сыр. Вот мэр возьму. И... А что это такое? Чье вот это? Нет, там на... А что написано? Чье оно? В смысле, сыр плавленый. Короче, возьму один такой. У меня там есть... Ой! Да ну что ж ты падаешь? Сейчас одну секундочку. Вот так. Так, молоко, квасы. Видите, все красные ценники, скидки. Колбасы куча. Здесь вот продают. Вот, смотрите, рибай. Два штуки вот таких. 293, почти 300 гривен. Совсем даром, да? Перепела. Ну, я перепела, нет. Колбасы, рыба. Что это такое? Икра, трески. Пасты, креветочные. Что-то селедка тут. А, нет, я думал, кто-то положил. А, они сыры перенесли сюда. Сейчас я посмотрю по сырам. Ну, смотрите, очень плавленный сыр ферма. Это хорош, знаете, намазывать на бутербродик. Классно. Ну, наподобие вот этого. Конечно, это самый классный сыр, вот этот. Ну и цену, вы видите. Это я не покупаю. Не знаю, как-то оно отвернуло после того, как я уйду. Вот болгарское, видите, 129. Фета украинская и брынза болгарская. Ну, мне нравится, в этот раз я брала неплохой. 129 килограмм. То есть, если вот здесь вот почти 300 грамм, считайте. 40 гривен где-то, да? Неполная. Вот такие вот сыры есть. Тоже можно брать. Яйца. Почем яйца? Сейчас вам скажу. 2,89. Такие не сильно крупные. Вот такие 2,89. 35 рублей, 52 больше здесь, 35, 33 за упаковки и 33. Ну, это все за упаковки. Сыры. Ого, смотрите, вот эта головка сыра стоит 2000. Обалдеть. А вот это 1800. А вот это, наверное, российский. Да нет, это сырный продукт. 868, видите? Почти в три раза дешевле. Вот разница сырного продукта. Эти сырочки всевозможные. Но я не скажу, что такое, что сыра мало. Выбор любой, какой хотите. Здесь импортные вот. Тоже любые. Пармезаны, намазки. Ну, я считаю, что лучше взять творог и сделать самому. О, я творог, мне надо в творог идти. Вот это очень вкусно, ребят. Ну, одна таблетка стоит такая, 16,80. Это очень дорого.
Так, а почем рикотта, интересно? Рикотта 69 гривен. Вот уже смотрите, вот натертый пармезан, вот 61 гривна, вот такой. А вот такой 59. Какая тут 80? 80 и 80. Видите? 2 гривна разница. Но сильно мелко натерто. Таким порошком лучше таким, знаете, натерку натутерить. Вот такие вот есть. Вот такими кусочками. Вот такой я. Подожди. Вот такой я покупала. Хороший сыр. Вкусный. Ну, видите, все, что хотите, все есть. Да, я люблю очень сыровяленую колбасу. Ну, колбасу сыровяленую. Вы знаете, что нельзя кушать. Нужно такое все. Диетическое, индюшачью, там так, другую. Шкини, салтевские. Ну все, мы с вами были. Вот сейчас вот такое, видите. Это колбаса. Вот она. Видите, они белые. Деликатесные, порционные. Для гриля. Ну все, вот вы видели. Яловичи, вот эти вот 43. Это кроха какие-то 46. Видите, даже скидка, я не пойму, сколько тут цена. Ну, тоже 46 гривен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь этих. Но они, вы знаете, они вот лучше брать вот в такой целлофанке. Они чистятся лучше. А те там вот эти желатиновые, ну, не совсем хорошо. Может, или индички взять. Филе индички взять. Ну, такая большая упаковка. Я, наверное, пойду сейчас хоть взвесь от меня. Ну, нафига такая мне большая упаковка. Сколько она тут? Кило. 146. Шиш, короче, сейчас пойду, хай на разрез дадут. Ведь, ребята, яблоки подешевели. Смотрите, 8,90. Красивое яблоко. Яблоко Гала. Прямо такие красивые яблочки. Бананы 28, виноград 39, 7,40 даже яблоки, вот небольшие, смотрите, украинские. Непогані яблочки. Тут тоже хэллоуин, лимоны есть, апельсины у меня есть, 40 гривен. Хурма не знаю почем, смотрите, но это, наверное, ой, какие груши красивые, 61 гривна. Здесь опять это, ой, смотрите, как с тыквы красиво сделали, ребята, ну, смотрите, смотрите. Какая черная краска. Красиво смотрится. Так, авокадо. Ой, конечно, как камень. Что, авокадо? Попадает мягкие. Да, так все надо стоять, перебирать. Спасибо большое, когда попадает мягкие. Мне нужно доберу. Да, это там авокадо подает. Ну что, ребят, опять вышли с магазина. И такое впечатление, что я смотрю на продавца. Говорю, девушка, ну что так дорого? Она говорит, а что ж. Вот чек, смотрите, 1029 гривен. Я вам сейчас покажу, что у нас в тележке. Пиво купили, большую бутылку, может, что-то приготовим в пиве. Вот сейчас Саша выкладывает, сейчас я вам покажу. Смотрите, Олия, 5 литров. Ну, сковородка сюда не идет, чтобы дома не показывать. Вон глина. Колу Саня купил. Кола. Пиво, печеньки, палка колбасы от московской, 145 гривен палка, и плюс там. Так, дальше, я купила себе немножко, вон, 76 гривен эти сосиски, здесь сыр и сырки, сыр такой, одна пачка всего этого рога, чай, вот это купила, у меня немножко там есть, смотрите, достала, вот лосось, шматочки для тыквенных оладьев. Господи. Авокадо 3, молоко. И купила для эксперимента вот такая вот кукурузка. Она крупная. Я вам говорила, что... А, он еще сырок янтарный полетел. Вот такая кукурузка. Если та стоит 27 гривен 800 граммов, то это стоит 17. Нет, не 17. А я посмотрю в чек, я вам скажу. Уже 17 там другая. Это, по-моему, 12. Попытаюсь перебить и сделаем эксперимент. Получится полента, чи не получится. Вот вам и пожалуйста. Все.
Я уже на пути, Саша побежал купить опарыш, а пусть будет в холодильнике, может поедем. Я вот смотрю цены, смотрите, электровелосипедики вот справа стоят, такой желтенький, стоит 22 тысячи, но могут отдать за 19, короче, 91, 20 тысяч. И рядом он стоит, смотрите, какой скутер крутой, 33 тысячи. Ну разве это справедливо, а? 22 тысячи велосипед и на 10 тысяч настоящий мотоцикл. Сколько, интересно, тут квадроциклы стоят. Тут продаются, стоял, но нет. Сейчас Саша скажу, чтобы спросил в магазине. Саша дал опарыша. Вот там женщина, ну, жена этого мужчины торгует. Она мало насыпает. А мужчина, смотри, как много насыпает. Много-много. Спасибо. Дай Бог ему здоровья. Это мы определили. Вот сейчас Саша пошел, сейчас спросит, сколько стоит квадроцикл. Вот, пацаны, че с рыбалки, че на рыбалку. У вас вопрос, че я сегодня за рулем? А потому что вчера приходили Лена, Сережа, мы давно не виделись, а и ужинали. И мой муж пил водку, поэтому у него перегар. Может, даже остаточное явление, но он не садится за руль. Я еду за рулем, потому что я не пила. А то подумайте, че она за рулем? Что такое за несправедливость? Думаете, сколько стоит, если велосипед стоит 22? А ну-ка удиви, сколько, Саш? Черный это большой. Короче, тут нету его. Ну, уже, наверное, купили. Нулячий. Да. Нулячий сказал 47 тысяч. 47. Нулячий полностью. Ага. Но, говорит, если будешь брать, вот дал визитку, ага, то совсем другая цена будет. Угу. То есть намного дешевле. 47, ты сказал, да? Да, да. Ну вот, представьте, велосипед, велосипед 22 и квадрик. Значит, ДТЗ, Днепропетровский тракторный завод, ну, под этим брендом, ну, кажи, они китайские. 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 Да, ну, под брендом под этим. Спасибо за информацию.